каким образом растет рис. Вот посмотрите, сейчас здесь только молодые побеги. Его совсем недавно посадили. И вот он просто выглядит как обычная травка. Чуть позже я сейчас пройдусь еще, посмотрю, где плантации с уже созревшим рисом. И поищу, покажу вам рис, когда он уже практически готов к тому, чтобы его срывать. И, кстати, вот посмотрите, здесь такой специальный оросительный канал. Видите? Вот. И отсюда вода поступает на все рисовые плантации. Нашел я место, где более зрелый рис. Как мне сказали местные жители, его уже можно срывать на следующей неделе. Вот посмотрите, каким образом он выглядит. Как колосики. То есть помните, да, из каких маленьких росточков получается такой вот. Давайте сорвем. Вот посмотрите, рисинки их можно отделять. Получается как пшеницу лучить. Там внутри получается уже будет вот она рисинка. Вон они. Видите? Такие вот. Давайте еще несколько штучек сорвем прям по одной. То, может быть, каждое утро вы кушаете рисовую кашу или там суп с рисом и не видели, как он растет. Теперь будете иметь представление, каким образом растет рис.